И Ну, мне бы это хотелось, чтобы... русская школа начала Да. 20 века, на которую повлияла Европа. Угу. Все-таки Европа в этом отношении была первая. Благодаря Щукину все нововведения, которые происходили в начале 20 веке, с 5 года, например, в Париже, художники вживую видели, причем не в иллюстрациях, а именно живьем у Щукина в особняке. И это оказало титаническое влияние на процессы, вот ускоренные процессы появления нового искусства в России.